Трагические новости сегодня пришли из Москвы. Не стало известного российского режиссера, лауреата премии ТЭФИ, автора многих популярных телевизионных проектов. Как сообщает источник, трагедия разыгралась утром 8 июля, когда скорая прибыла к одной из многоэтажек на Восточной улице в Москве. В квартире, по словам позвонившей женщины, находился мужчина без сознания. После осмотра врачи пришли к выводу, что они бессильны. В квартире находилась женщина, которая представилась гражданской женой умершего, и сам умерший – мужчина 1971 года рождения. Мужчина скончался еще до приезда скорой, поэтому медикам оставалось лишь констатировать смерть. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер. Позже выяснилось, что умершим мужчиной был 52-летний российский режиссер Кирилл Пухонта. Кирилл являлся лауреатом двух премий ТЭФИ в номинации «Режиссер телепрограммы» за проекты «Последний герой», «Остаться в живых» и «Последний герой суперигра». Академик Академии российского телевидения также снимал проекты «Голубой огонек», «Большие гонки», «Камеди Баттл», «Квартирник», «Властелин горы». Что послужило причиной смерти известного режиссера, не сообщается.